Окей, круто. Давай, закрывай. Да, вот это вот интересно. В общем, цель такова. Мы поедем по Турции необычным маршрутом и потратим при этом вот просто минимальное количество денег. Мы еще не запланировали вообще абсолютно ничего. Вообще. Мы не купили ни билеты на автобус, мы не запланировали ни один хостел, вообще ничего не сделали, потому что это Турция. Здесь делается все. Вот залез в Долмушу, как местный маршрут, и просто поехал. Сейчас мы в Стамбул только вот прибыли, простояли просто огроменскую дикую очередь, и нас уже, мы заранее, естественно, заранее, мы, да, написали в Couchsurfing, и мы уже живем через кауч в Стамбуле. Мы живем здесь 3 дня, за эти 3 дня мы будем узнавать, что можно сделать классного в Турции, начитавшись информацией просто по горло, мы будем обозревать ее. В общем, все будет здорово, сейчас мы должны доехать как-то до Адама. Если вы приезжаете в Стамбул как минимум на 2-3 дня, купите обязательно Истанбул-карт. Она стоит 6 лир, мы купили за 6 лир. Плюс положили на нее, ну это что-то типа московской тройки, на нее просто кладешь деньги и расплачиваешься дешевле. Один прайс стоит 2,8 лиры, то есть это примерно рублей 30, в принципе, то есть нормально. Я, в общем, немножко офигела, потому что у нас наш самолет прилетел в 6:05, а сейчас почти 9 вечера. И мы только добрались до нужной станции метро, с которой нас должен забрать наш этот хост. Пока уж все. Капец вообще. Я не думала, что это займет 3 часа. 3 часа это легче, чем в Москве. Жесть. Я немножечко соврал, потому что мы составили маршрут. Мы знаем, по какому маршруту мы поедем. Мы знаем, что примерно мы хотим и чего мы хотим вообще от Турции. Мы нашли максимально классные места, так скажем, и, естественно, мы вам их покажем, и мы постараемся потратить вот просто наименьшее количество денег, и возможно ли вообще путешествовать там бюджетно вообще в Турции, при этом приехать не только в Стамбул или Анталию, там, к примеру, и посетить не только вот эти города, а именно проехаться по Турции и окунуться в ее дух, в ее историю. В ее историю, да, проникнуться вообще, как живут люди, потому что Турция — это не только Стамбул, это не только Анталия, это не только море, это еще древнегреческая цивилизация, которая памятников архитектуры просто уйма, и действительно много. И мы, естественно, по ним поедем. Это Эфес, это Олимпос, это Троя, там даже с Голливуда выкупили, либо дали, подарили Голливуд, я точно не помню. Коня этого, того самого, естественно, мы там будем. Поэтому, в общем, посмотрим, что будет дальше. Сейчас нам нужно запилиться в какой-нибудь кафе-ресторан, куда-нибудь, естественно, подешевле. Там подключиться к вайфайчику и связаться с нашим хостом. Хостом, да, который нас примет бесплатно. Надеюсь, все будет хорошо. Про Турцию говорили, что... Пойдем потихоньку. Про Турцию говорили, что аккуратнее пишите в кауч, потому что люди могут, ну, просто приставать к вам. Ну, естественно, мы вдвоем, я думаю, к нам вдвоем не будут приставать, поэтому просто совет девушкам. Если вы решили путешествовать одни, то я думаю, вам найти компанию мужчины в любом случае нужно, какого-нибудь русского. Вот, либо иметь уже знакомых в Турции, возможно. Музыка, кстати, вообще отлично играет. Сзади меня находится Босфор. Мы проехали в метре. В турецком метре мы проехали этот Босфор. Метре. Вот, то есть мы пересекли уже границу с Европы на Азию уже под Босфором. Это уже, естественно, мы должны сплавать на корабле между. Вот. А еще здесь, кстати, мечети стоят, естественно, они такие высокие. Я сразу вспоминаю игру Assassin's Creed, что надо обязательно залезть, как бы посмотреть, что вокруг, сделать обзор местности, увидеть, там надо сходить туда-туда и спрыгнуть в сеновал. Все. Пойдем, в общем, пошли. Пить кофе. А, ну мы зашли в магазин и спросили... Do you speak English? Он говорит... No. Я дую на эту муху, а она как в турбулентности не улетает. Ну-ка, сейчас я попробую, ну-ка. Сейчас буду дуть. Не, улетело, все. Мы встретились с нашим хостом, это Адам. Да. Вот, сейчас мы поедем. Вот на вот этой машине. Так, это...
Bosporus Bridge. Yes, yes, yes. It's main Bosporus Bridge, yeah? Ну что ж, мы катались по городу. Адам показывал нам красивые места, рассказывал о Стамбуле. А потом мы пили турецкий кофе в каком-то классном месте. И да, за все заплатил Адам. Да-да. Ты покажи, что это. Это рахатлуку. Это просто классно. Кухня, кровать, вообще все огонь. Короче, мы правда очень устали. Я все расскажу, короче, завтра. Доброе утро! Мы проснулись в шикарной квартире, хоть немножко не в центре Стамбула, а аж в 20 минутах езды, но не в этом дело. Во-первых, начнем, расскажу про вчерашний вечер. Мы катались на машине, он нам показывал набережную, нас водил в кафешку, мы попили настоящий турецкий кофе, но даже, ну, это как бы круто, это все еще здорово, но по сравнению с этим, смотрите, у нас что есть. Он реально оставил нам ключи от квартиры, то есть... Он ушел на работу, мы проснулись, мы выспались, вот у нас кухня, мы тут готовим себе кушать. У нас есть, пойдем посмотрим со мной. У нас есть знаменитые турецкие чайники, они даже, да, в электроварочном варианте. Вот тут заваривается чай, а вот тут вода кипит. Блин, как объяснить, короче, вот тут вода, по сути, постоянно должна кипеть и заваривать вот этот чай, и потом мы его, по сути, наливаем, если я правильно объяснил. Есть же такой же чайник, только... На газу, короче, его только можно подогреть, собственно. И еще тут этот диван. Вот видите, диван. Прям так и называется. Это сладкий лукум. Здесь они его не называют рахат лукумом. Здесь просто называют лукум. В общем, все отлично, все прекрасно. Мы сейчас завтракаем и едем смотреть Турцию. Вот на таком корабле мы будем, да. Проплыть через Босфор выполнено. Это первый пункт, да. Мы сейчас пойдем по известному Галатскому мосту, где жарят балы как мяг. То есть, если я не ошибаюсь, здесь сразу же ловят рыбу и сразу же ее готовят. Это типа бургер с рыбой. И он очень здесь популярен, считается классной местной едой. Вот прям здесь его жарят. Мы пришли к вокзалу Сиркеджи. Здесь это вокзал, с которого отправлялся Восточный экспресс. Он очень старый, очень характерный, очень красивый. Сейчас мы вам его покажем. Я вот как раз на него смотрю, но в данный момент у меня смотрит, короче, вас. Вокзал построен в 1890 году в стиле европейского ориентализма. Он ни разу не перестраивался. Ну а совсем рядом с ним мы нашли дандурмечную. Короче, там, где продают дандурму. Это турецкое мороженое. Кстати, похож на тот, который продается в России, но в России он быстрее. Спонсор показа – турецкий айран. В России кислее. Прикольно. Буду пить еще. Покупать, в смысле, буду еще. Будешь пробовать? Нет. Это реально Саяни на цистерну базилику. Обалденно. Там очень темно, ничего не видно. Но если камера поймает, будет здорово. Если нет, то не поймает. Помахайте ручкой. Где мы? Мы в Барбадое, в Тиброе, холодно. Она сама. Собственно, вот так. В общем, если получится здесь снять, здесь очень темно. Получится снять, я сниму. Не получится, значит,
АУ будете слушать мои впечатления. По сути, цистерна базилика — это большой-большой резервуар с колоннами, и раньше вода заполнялась вообще полностью, сейчас вода едва на дне. К сожалению, тут ничего не видно, поэтому снимается с окна. Вот, видите, там фонарики, это подсвечиваются колонны. Больше я ничего не могу вам здесь показать, по сути, но вот посмотрите на классного меня. В общем, здесь такая колонна, в которую нужно засунуть большой палец, загадать желание. Оно обязательно сбудется. Нет, оно сбудется, если ты провернешь еще этот большой палец. Да, если ты провернешь. Объем цистерны около 100 тысяч литров воды. Колонн в цистерне 336, и все они мраморные. В качестве подставок для двух колонн использованы скульптурные изображения головы медузы Горгоны. Мы сейчас находимся рядом с собором Святой Софии. Чтобы туда войти, здесь работает Museum Card. То есть это карта... Spanish? No, Russia. Do you speak Spanish? No. Он English? English? Yeah. Yeah. Мы вошли, вот только прошли билетные кассы, купили музейную карту, то есть, ну, Museum Pass, вот этот Museum Pass. Вот это, да. А эту дал мне Адам. И когда мы проходили, я прикладываю карту, и мне говорят, типа, привет, Адам. Вот, ну, по сути дела, надо покупать две музейные карты, и открывает она доступ вам к почти ко всем музеям бесплатно и без очереди Стамбула. Правильно сказал-то? Да, без очереди ко всем музеям Стамбула. Без очереди ко всем, но там к 11. К 12 или к 11, да? К 11 музеям Стамбула. Вот, это очень выгодно. Стоит она 125 лир на 5 дней, и работает она с момента компостирования карты. Вот, а мы пойдем в собор Святой Софии и посмотрим, что там есть. Вот как пишет византийский летописец Прокопий об этом месте. Этот храм является собой чудеснейшее зрелище. Он взмывает ввысь до самого неба, выделяясь среди других зданий, как ладья в бурных волнах открытого моря. Так, в собор Святой Софии вход стоит 40 лир. Здесь, конечно, красиво, но я считаю, что 40 лир это не стоит. Я уже заранее говорил, что мы купили карту, по которой выгоднее ходить. И вообще, если вы не знаете, что... где что, в смысле, например, что значит тот символ, что значит тот знак, то, в принципе, вам будет тут скучно, и это займет у вас время 5 минут. Вообще интересно, вот туда можно подняться? Видишь, там люди ходят. Сейчас мы попробуем подняться. Что можно сказать о соборе Святой Софии? Красиво, могущественно, велико, шикарно, огромно. Но я все равно думаю, что 40 лир это не стоит, хотя 40 лир не такие уж и великие деньги. Вот. Берите Museum Pass. А сейчас мы пойдем в голубую мечеть. В голубую мечеть нужно обязательно, чтобы были закрыты колени, а у девочек нужно, чтобы была закрыта голова и колени тоже. Поэтому мне дали вот такую юбку, собственно, поэтому я в ней пойду. Мы сейчас на нее оденемся. Больше ничего не могу сказать по этому поводу. Раздали и так далее. Ну, собственно. Вот. Ну, еще нужно будет, на самом деле, снять педики и кому-то. Так, так. Наверное. Как-то вот так вот. Участь могут идти только мужчины. Поэтому я сейчас пойду на большую территорию, на большую часть территории голубой мечети, а все вот остальные вот побудут здесь. Все остальные — это я. Так, что можно сказать о голубой мечети? Сюда пускают бесплатно. Перед тем, как войти в нее, нужно обязательно мыть ноги. И я вот такой довольный думал, что я пойду в отдельную зону, куда пускают только мужчины. Оказывается, туда пускают только тех, кто будет молиться. Поэтому я когда вошел, мне сказали «сори». После голубой мечети мы нашли турецкий барбершоп. Его я пропустить не смог, так как в Турции они очень популярны. Я все это дело, короче, ускорю, но вы посмотрите.
Короче, в Европе я вообще такого не встречал, серьезно. Точнее, мы это вообще не встречали в Европе. Здесь я просто пошел выкинуть фантик, и я выкидывал, словом, ничего себе! Сейчас вот, как бы, я уже видел, у меня не будет такой реакции, поэтому посмотрим на реакцию Ани. Я видела, что ты нажал. А все дело в том, что это, оказывается, не просто урна, а там вообще колодец, там вообще куча просто пространства. Ничего не видно, воняет, конечно. У-у-у. Офигеть. Там, короче, это как в туалете таком сельском. Рундук. Ну, вроде дырка, да, а там вообще целый колодец. Вообще. Гранд Базар – это огромный крытый рынок. Его территория занимает почти 60 улиц города. Побродить по Гранд-Базару выполнено. Гранд-Базар – самый древний крытый рынок на Земле. Этапы его постройки датируются еще 1464 годом. Это разные виды баклажан, которые мы набрали аж на 10, на 13 лир, то есть это примерно, ну, 140 рублей. Там этих видов на самом деле вообще тьма тьмущая, но скажу перед поеданием вот этой вот сладкой штуковины, что мы нашли... Лукум на Гранд-Базаре тоже купили на 10, да, лир? На 10 лир купили. Шоколадное просто вообще отменное. Ребят, берите шоколад в любом случае. Вообще, это очень здорово. А, это, по-моему, медово-молочное. Не, что-то я не хочу такую. Не хочешь? Я уже так наелась сладкого, капец. По лицу вижу, что это была одна из лучших. Мы находимся внутри Сулеймании. Мечеть такая. Здесь очень тихо. Здесь много кто молится. Мягкие ковры, естественно, вот я опять. Я опять, ну, одел, прикрыл свои колени. Вот. Здесь очень красиво. Это место обязательно к посещению. Как минимум, потому что здесь мало народу. Может быть, здесь мало народу, потому что мы пришли ближе к вечеру. Но по атмосфере мне она больше нравится, сама вот эта мечеть. Палас такой мягкий, по нему так классно ходить. Вы не поверите. И надо это. Я, кстати, в прошлом в этой голубой мечети я снимала носочки и ходила босиком. И это вообще блаженство. Здесь классно, что нет практически никого, потому что на голубой мечети такое впечатление, что там ты на базаре на каком-то там вот все красиво, конечно. На самом деле здесь мне нравится больше. Она как-то мощнее. А теперь давайте послушаем, как кричит этот мужик под музыку. Турция — это такая вообще страна. Мы пришли поесть балык как мег. Господи, так близко. Просто сели. Нам тут же притащил другой вообще чел с улицы. Митя говорит, 10, говорит, лир, бери, вообще вкусно. Ну, мы взяли, это ж турки. В общем, сейчас попробуем. Мне не открыть. Возьми другую. Я хочу эту. Потому что она самая большая. Вон, смотри. Ты скажи, что там внутри, кроме мидии. Кроме мидии там рис. Их, видимо, фаршируют. Типа. Как его только туда запихивают, непонятно. А лимончиком? В принципе, вкусно. Ну и наконец-то мы попробовали балык экмек. Это сочная булочка с рыбкой, зажаренная турком на специальном гриле.
Это зелень и лук, выращенные в самых лучших огородах Турции. Балык акмек. Это лимонный соус, политый нашими руками. Так, мы возвращаемся домой, точнее не домой, а к нашему хосту Адаму. Вот, на сегодня наш день закончен, уже увидимся дома. Итак, расходы. Сначала я перечислю все наши траты на двоих, а в конце я делю полученное значение пополам. Так мы узнаем наши растраты на человека. На тот момент 1 лира равна была примерно 11 рублям. Мы округлили. Итак, поехали. День первый. 168 рублей – это дорога до Жуковского. 100 рублей – это 2 штруделя. 5800 рублей – это билет на самолет. Эту сумму мы приплюсуем к основной сумме в самом конце путешествия. 6 лир – проездная карта Стамбула. 14 лир – на эту самую карту мы положили, собственно, на проезд. 1 лира – это вода, 20 лир – латте. Итого 268 рублей плюс 41 лира и получаем 720 рублей. Делим полученное значение пополам и получаем 360 рублей на человека в первый день. День второй. 3 лиры – автобус, 20 лир – Истамбул-карт, 6 лир – это вода, 3 лиры – это кукуруза, 10 лир – 2 дандурмы, 1 лира – айран, 2 открытки, 125 лир – это музейная карта, 40 лир – билеты в цистерну-базилику, 15 лир – барбершоп, 2 лиры – печеньки, 3 лиры – семит с нутеллой, 10 лир – лукум, 13 лир – баклава, 1 лира – туалет, 10 лир – мидий, 24 лиры – это балык экмек. Итого 288 лир. Полученное значение мы делим на 2 и получаем 144 лиры. Это столько потратил каждый человек. 144 лиры – это 1584 рубля. То есть 1584 рубля мы потратили за второй день. Прибавляем 360 рублей, которые мы потратили в первый день, и получаем 1944 рубля за 2 дня. На сегодня все. С вами были Сергей и Аня. Подписывайтесь, пишите ваши комментарии, ставьте все, что вашей душе угодно. Пока!